Что выбрать для выгодных инвестиций? Традиционный депозит или вложение средств в акции компаний на фондовой бирже? Давайте сравним. При размещении накоплений на депозитах вы получаете гарантированный доход лишь одним способом. Сумма вашей прибыли ограничена утвержденной процентной ставкой. Вы получаете доход, пока не истек срок действия депозита. Сохранность ваших средств подтверждается Казахстанским фондом гарантирования депозитов в пределах обозначенной максимальной суммы. В сравнении с депозитами, вложение средств в акции может принести гораздо больший доход. Вы можете получить его двумя способами – в виде дивидендов от прибыли компании, а также в виде заработка на разнице между ценой покупки и ценой продажи, если стоимость акций выросла. Срок таких инвестиций не ограничен. Вы можете держать акции, пока существует компания, или продать их в любой удобный для вас момент. Однако доходность по акциям и сохранность инвестиций не могут быть гарантированы. Как поведет себя рынок, не знает никто. Помните, что покупка акций – это долгосрочные инвестиции. Тщательно изучайте компании, в которые собрались вложить собственные средства. Инвестируйте в устойчивые компании, доказавшие свою надежность. Умные инвестиции в лучшие решения.